Всем привет, с вами Гилланд, и сегодня мы продолжим играть в игрушку Half-Life 2 Episode 1. И наша задача на сегодня это запустить лифт и дожить до того момента, как он приедет. Что ж, давайте начнем. Запустим сохранение. Да, это оно. Давайте начнем движение. Только бы здесь был выход на поверхность. Ага. Так, возьмем ракету. Дверь закрылась, наверное. Глазам не верю, лифт. Я была бы рада и лестнице. Что тут у нас? Отвлечемся. Она молодец. Я немного разбираюсь в электричестве. Думаю, этот провод ведет к щитку. Так, я знаю, куда ведет этот провод. Уже немного легче. Давайте съедим побольше снарядов, потому что они нам понадобятся. Полон, хорошо. Аптечка. Оп. Нет, аптечка. Отлично, фонарик. Так, сейчас отсюда выйдет не очень хороший зомби. Пусть он там и умрет. Отлично. Йот, папатя. Что там горит, я... А. Пускай горит. Зависай. Грань, зависай. Слышишь? Лифт заработал. Так. К нам сейчас пойдут... Вот и неприятности. Неприятности. Это точно. Да, потя. Мы пока живы, но это, как говорится, ненадолго. Здрасте. Так, выключим фонарик, перезарядимся. Нам нужна энергия. Что? Да, для тех, кто не знает, когда выключается свет... Да где он застрял? Эй, отличный выстрел! Опа! Назад! Неприятно. Алекс погибла? Алекс может умирать? Окей. Работу. Вообще. Веселье начинается. Уа, батя. Алекс, ты можешь умереть, я уже это знаю. Ага. Давайте сходим туда, откуда они шли. Потому что здесь вроде как есть аптечка. Зарядимся. Давайте возьмем бочку. Твою ж, мимо. Алекс! Алекс, не умирай. Пойдем к лифту. Пойдем. Так и быть, пойдем к лифту, возьмем бочку, швырнем ее. Так. Твою ж!
Да давай. Хорошо, нам надо продержаться. Понятно. Хорошо, а будет. Вот и неприятности. Да-да-да. Так. Ждем. Свети на него. Да без проблем, только вот беда в том, что вот их много, и уже идет граната. Как? Так, вроде бы немножечко светлее, когда трупик горит. Лифт, ёбаный ты лифт. Да вообще, нас тут... Так. Ох ты ж, как он меня взорвал-то. Эй, слышишь, лифт заработал. Дубль 3033. Так, вот и неприятности. Боюсь, так. Алекс, два. Ой-ой-ой. Да что ж я на гранатах-то? Какой у них радиус огромный стал? Течка. Еще. Давайте сходим. Иди на него. Яблочко. Ага. Назад. Да где этот лифт? Так, надо поджигать, чтобы стало по чуть-чуть светлее от одинокой песни его. Так, вот это неприятный дяденька. Отлично. То есть, в принципе, зомби появляется из ниоткуда. Так, тихо. Еще чуть-чуть. Это меня чуть-чуть радует. Приехал! Твою ж! Пошли в жопу! Как раз. Давайте сохранимся. Сохраниться. О, да! Не прошло и полгода. Нет, это фигня. Пауки это фигня. Привет. А что, у нас как в Майнкрафте, когда стемнеет, выходит зомби погулять? Слава богу, еще не стемнело. Итак, новая глава. Побег из города. А я знаю, где выход. Он, ёлки-палки, опять через канал. Эй, там! Наверху! Эй! Выпустите нас! Эй! Ладно, я все понял. Мы опять идем фиг знает куда. По-моему, здесь кто-то умер. Нет людей, как их открыть? Есть, конечно. Надеюсь, вы слышите... эти фразы.
Он призывает плодиться и размножаться, то есть... Так, чемодан. Так, что у нас? Ага! А я уже знаю, как открыть дверь. Смотри, смотри, какая у меня есть штучка. Есть? Вообще. Конечно, сработает. Давай, Гордон, крути вентик. А что, выйти нельзя через вот эту щелку? Окей, бежим к вокзалу, пока не грянул взрыв. Так, отлично. Дробовик? Не, давайте... Тут, наверное, будут пауки. Нет, пистолет. Наконец-то воздух! Боже мой! Страйдеры здесь камни на камне не оставили. Так, что у нас здесь есть? Трубы. Никогда еще не была так рада другу. Так, я понимаю, что многие думают, что я тут туплю, а я тут на самом деле туплю. Но мне надо идти вот сюда. Я хотел осмотреться. Так, мне надо что-нибудь кинуть. Во что ты, твою ж, стреляешь? А, ну это... Ёлки, я испугался, что что-то страшное. Они кого-то ищут. Подозреваем нас. Отлично, ладно, будем помнить. Так. Отлично. А возьмем мусор, которым можно кидаться. Понятно, здесь и от деревяшек надо, от железок надо уворачиваться. С крыши. О. Так, помним, что Алекс могут убить. Поэтому, оказывается, на турелька, но не совсем. Я надеюсь, нам удастся отойти подальше, прежде чем нас обнаружат. Вот, это повеселее. Автомат. Давайте возьмем кирпич. Так, ты твой кирпич-то оставь мне. А в чем подвох? Ясно. А он еще раз так сделает? Мы не прослушаем. О, да это ж чудесно. Так, этот убежал. Легко, смотря от кого. Вот если от этих, то... Ой. Сбиваю их с ног, Гордон, а я буду стрелять. Нет, я знаю, что я возьму Волгу и сделаю вид, что я заткнул щель. Теперь возьмем Запорожец. Всеми любимый. Запорожец! Ой! Ой-ой-ой, слишком далеко. Так, вы тут что забыли? Так, понятно. Берем. Наверное, это тоже часть Волги. Или. Не-не. Жигули это, по-моему. Так, нет. Так. Норы перекрыты. Отлично. Норы, да, норы закрыты. Она с нами пойдет. Кого она там выцеливает? Тетенька. Останемся и попробуем спасти остальных. Понятно. Они с нами не пойдут. Так, фонарик выключить. Зачем он мне нужен? Так, я вижу дверь, но я хочу иногда осматриваться. Может быть, что-нибудь... Вот твоя прелесть. Вы знаете, это дяденька с дробовиком, между прочим. Это опасно против него. Давайте возьмем дробовик. Опа!
палочка. Это очень коварно. Подожди, надо кинуть что-нибудь. Палочка. Ты мне пригодишься. Оп! Возможно, кстати, его можно было так и взорвать. Дверь. А может быть, мне еще надо что-то кинуть? О, стул. Хорошо подойдет стул. О, дробовик. Так, дробовик надо. Так, есть. А что мне тут она хочет, чтобы я сделал? Пока я тут разбираюсь, с чем я должен разобраться? С кухней? Так, вот это интересно. Качели. А, то есть, чтобы я... Понятно, запрыгнул, мне надо... Так, гравипушка. Почему-то я перестал поднимать вещи руками. Так. Так. Давайте... О, камень! Вот он тяжелый, хороший камень. Так его. О, еще дробовик. Надо все трупы на самом деле обшарить. Вот у тебя. Нет, ничего нет. Ать. Так, оп. Отлично. Так. Я думаю, этого хватит. Нет, дробовик. Нет, этого не хватит. Так, почему все падает? Не падай. Или я могу сдвинуть даже вон ту полку. Было бы чудесно. Так, гравипушка. Так, гравипушка. Так, это я не могу брать. Я тоже не могу брать. Здесь тоже ничего не возьмешь. По идее, мне тогда должно хватать этого. Опа. Полетат. Так, вот это мне не нравится. Мне надо добраться до вентиля. Но... Мне не хватает мусора. Я слишком тяжелый. Раз! Никакого камня нету. А может подложить тогда что-нибудь, наоборот? Так. Чтобы она не опускалась. Вот так. Потому что явно мне не хватает веса. Давайте попробуем. Да, вот что-то в этом духе надо еще подвинуть. Сюда. Отлично. Отлично. Так, убираем огонь. Алекс, все. Алекс нам пришла. Все отлично. Так, смотрим. Красота. А то, красота, красотулечка. Что нас ждет наверху? Нет, опять зомби. Точно. Который сейчас взорвется, кстати. Угу.
Ёпа-па-тя-па. Тут... Подкрепление. Подкрепление в виде бомб? Часть это вовремя, наверное. Пол обрушился, нам не уйти. Бомба, я ж тебя могу перенастроить. Спасибо. Катись. Что-то в меня стрельнуло. Равинные львы. Ну что ж, давайте я на этом моменте и закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующей серии.